Итак, Геннадий, приветствую. Да, здравствуйте, Юрий. 33 вопроса. Готов ответить? Конечно, всегда готов. Первый вопрос. Как бы тебя описали друзья и семья? Положительный, юморной, иногда вспыльчивый. Если бы ты мог попробовать любую работу в течение одной недели, какую работу ты бы выбрал? Стеклодув. Каков твой способ заставить себя работать, когда не хочется? Взять и работать. Единственный способ. Какую последнюю еду ты готовил? Яичницу. Какую музыку ты включаешь, когда не знаешь, что слушать? Чил. Какое событие ты ждешь с нетерпением? Титульных боев. Если бы ты мог избавиться от одной вещи, которую делаешь каждый день, что бы это было? Выбор одежды, когда утром встаешь, идешь на работу. Oh, this is one fine day to be nude. Какие комплименты тебе чаще говорят? Ну, так как я являюсь коллекционером кроссовок, все замечают всегда мои кроссовки. Почему религия играет такую важную роль в жизни людей? Отсутствие принятия своего собственного решения и вера по-настоящему в себя самого. Если бы ты был директором школы, что бы ты изменил? Количество классов, количество учебного времени. Сегодня у нас образование 12 классов, да? Я бы сделал бы 10. Ну, так как я являюсь, да, олдскульным, так бы поменял бы количество, да, классов. Какой предмет в школе наиболее бесполезный, на твой взгляд? На мой взгляд, бесполезный пример, предмет в школе, так как мы опираемся на нашу страну, это физкультура, потому что нет душевых кабин. После физкультуры, а гигиена — это превыше всего. Что бы ты сделал, если бы знал дату своей смерти и причину? Да продолжал бы жить дальше. Netflix или кабельное? Кабельное. Получить деньги или подарок? Деньги. Иметь третий сосок или лишний палец? Лишний палец. Быть очень умным или очень везучим? Везучим. Что вызывает у тебя смех или улыбку? Общение с умными людьми. Когда последний раз залезал на дерево? Недавно, неделю назад. Наиболее интересный казус, который случился с тобой во время путешествия? Захотел сильно в туалет по-маленькому, когда мы неслись в пустыне в Израиле на полном ходу в автобусе, а там остановок не было. Худшая прическа, которую ты когда-либо носил? Длинные волосы. Каков твой лучший навык или талант? Умение тренировать и научить человека владеть своим телом. Защищаем челюсть и... Раз! 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 Угу. Самое странное суеверие или убеждение, с которым ты когда-либо сталкивался? Когда я выхожу со спортсменом в ринг, до того, как выйти со спортсменом в ринг, все время думаю, одеть ту же майку, ту же кепку, те же кроссовки. Это дикое что-то происходит. Но абстрагируюсь от этого и все-таки нахожу свободное решение. Что тебе меньше всего нравится в нашем городе? В архитектуре вагонка. Если бы время остановилось для всех, кроме тебя, что бы ты сделал? Спокойно бы поплавал в бассейне. Какие веб-сайты посещаешь ежедневно? Amazon. Самая худшая покупка, которую ты когда-либо делал? Шорты очередные. Какие изобретения надеешься увидеть в будущем? Открытие портала для того, чтобы перемещаться можно было свободно и видеться с друзьями, со всеми. То же самое, как мы общаемся в сетях, по интернету пишем, видеться побыстрее. Было бы интересно, круто. Самый нелепый подарок, который когда-либо сделал? Подарил палку колбасы. Итак, сейчас рубрика, где надо отвечать просто, да или нет. Окей. Когда-нибудь плакал при просмотре фильма? Да. Видел что-то сверхъестественное или паранормальное? Да. Существует ли дружба между женщинами и мужчинами? Нет. Пробовал ходить на каблуках? Нет. Разговариваешь сам с собой наедине? Да. На этом все. Спасибо всем. Спасибо.